Что? Я дочь Локи? Схватить ее живо. Но она нужна живой. Не прикончить ее случайно. Будет сделано. Эй, а ну иди сюда. Подождите, постойте. Ну чего еще? Вы не можете меня поймать, потому что у вас нет рук и ног. Что? Она врет, она же дочь Локи. Мама, я все узнала, мой отец Локи. Найя, все не так просто, поверь мне. Ты скрывала от меня, из-за этого меня чуть не убили. О, господи, Найя, все совсем не так, как ты думаешь, тебе придется поступить в школу богов. Здравствуй, Найя, добро пожаловать в школу детей богов, кто твой отец? Локи. О, отлично, у тебя есть брат. Что, правда? Да-да, он тоже учится здесь, пойдем, я тебя познакомлю. Норман, знакомься, это твоя сестра Найя. Привет, Норман, меня зовут Найя, у нас разные мамы, но мы могли бы... А теперь слушай сюда, малолетка, нет никаких мы с тобой, а теперь проваливай. Найя, это твоя комната, располагайся, а я пойду по делам. Хорошо, спасибо. Ой, Найя, привет, ты что, тоже тут? Кэти, что ты здесь делаешь? Ты забыла, что я дочка Одина, меня сразу сюда отправила мама. Я так рада, что мы теперь с тобой вдвоем. Кстати, а пошли погуляем по школе, может быть, познакомимся с кем-нибудь? Смотри, Кэти, там какой-то один одинокий парень. Может, ему нужна помощь? Привет, а чего ты стоишь тут один? Ты, может быть, потерялся? Так давай я тебе все покажу. Покажу тебе всю нашу школу. Ну и как тебе наша школа? Понравилась? Она что, совсем дура, что ли? Она реально совсем уже. Итак, дети, сегодня мы вас вносим в списки, чтобы определить, какая сила досталась вам от родителей. Найя? Мой отец Локи, я могу врать людям, и они в это поверят. Отлично. Мой отец Тор, и я могу долбить всех молотком. Ой, Норман, привет. Привет, чего тебе? Ты что, тоже новенькому помогаешь? В смысле новенькому? Новенький, привет, ты помнишь, я же тебе вчера академию показывала? Люцифер, ты шастал по академии с моей сестрой, ничего мне не сказал? Сегодня у нас подтверждающий анализ на родство с богами. Что? Ну зачем это? У нас уже и так отцы есть. Чтобы подтвердить, что вы в этой школе по праву. Найя, вы первая. Найя, приложи руку к датчику, он возьмет твою кровь. Взятие крови. Идет определение ДНК. Итак, ваш отец загружен.